Белорусов приглашают принять участие в международной акции «Диктант Победы». Она пройдет завтра в Музее истории Великой Отечественной войны. Патриотическое движение проводится накануне Дня Победы уже несколько лет по всему миру. Число участников превысило 1 000 000 человек. В этом году «Диктант» будет приурочен к 80-летию начала Великой Отечественной войны. Он пройдет в форме тестирования. Европа передала Беларуси гуманитарный груз для борьбы с коронавирусом. В коробках кислородные маски с резервуарами, экспресс-тесты, расходные материалы. Оснащение на 850 тысяч долларов от Всемирной организации здравоохранения. Такой жест Евросоюз делает не в первый раз. Инициатива работает и для других стран. В Трудовом кодексе Беларуси появится удаленная форма работы. Сотрудник сможет выполнять поручения начальства как дистанционно, так и в офисе. После закрепления такого формата в документе специалисты смогут оформлять трудовой договор, который позволит установить официальные взаимные права и обязанности между подчиненным и работодателем. Белорусский авиаперевозчик расширяет карту полетов в Россию. С 5 мая из Минска можно будет напрямую улететь в Самару, а с 7 числа в Екатеринбург. Напомним, на борт пустят только с отрицательным ПЦР-тестом, сделанным не ранее, чем за 72 часа. Минздрав Беларуси разрешил проведение партнерских родов. Такое решение принято на основе анализа ситуации в странах-соседках, а также с учетом большого количества обращений граждан. Специалисты уверены, это повлечет за собой значительное улучшение психоэмоционального состояния женщин во время родов.